Всем привет, вы на канале Тимур, и сегодня мы продолжаем играть в GTA San Andreas. Ну вот мы продолжаем миссию. Продолжаем, начинаем миссию. Нам говорят, если вы хотите, поехали. Если у вас нет оружия, то зайдите в комнату. Я вам не советую в комнату заходить, потому что лучше до этого запустить машину, оружие. И еще можно бронежилет взять. Вот тут вот есть. Вот в этом месте есть мост, вон тот вот. Там есть бронежилет внизу под этим мостом. Так что советую его взять. Трудно их убить. Блин. Дайте-ка в сторонку. Вот это вот довольно сложно выманить. Не попадает в него. Не очень простая миссия, конечно. С нами сейчас будет погоня, но можно не переживать, они нам очень сильно представляют. Нам тут недалеко. Ну вот мы прошли миссию, а я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока.